Привет, мои любители древности! Это канал J-Play. Это снова бесконечный Elden Ring. Он все еще продолжается, и он все еще не заканчивается. В этой серии я постараюсь вам уместить сразу несколько разом серии все мои похождения и злоключения. Поэтому все это будет очень быстро, в каких-то нарезках, обрезках, урезках, потому что в противном случае это просто невозможно. И мы будем стараться как можно ближе подобраться уже наконец-таки к концу игры. Все, приятного вам просмотра! Воу-воу-воу-воу, черт! А, вдвоем, ёмана! Втроем! Вчетвером! И что удумали? Едва дверь успела открыть. Оу! Четыре! А, ну правильно, их четверо, и каждый свой сундучок охранял. Точно-точно. Видимо, так все и запланировано было. Маринованная птичья. Серьезно, чуваки, вы охраняли птичью лапку всего лишь? Черный капюшон. Каплевидный щит древа свечи. Личинка бабочки. И вот это вы охраняли, да? Капюшон, кстати, наверное, неплохо. Я люблю капюшоны. Капюшон из матовой черной ткани полностью скрывает лицо. Этот мир полон тайн, и далеко не все из них должны быть разгаданы. А, это как у меня сейчас, только с капюшоном, да? Точно, это одно и то же, только с капюшоном. Да, ну, конечно, да. Бей до конца вот этих вот. Отлично. Где там этот черт? Ой, какой мощный скелетон проклятый. А че он стоит так? Он сторожа! Он сторожил сундук! Запрятанный! Так, а здесь что? Мечевидный ключ! Какая-то супер интересная пещера оказалась. Когти хищника. Коготь из двух острых и тонких лезвий. Оружие убийц с Вороновой горы. Вороновой. Хрен знает. Призванные воспроизводить атаки птиц смерти. Воин, владеющий такими клинками, способен совершать удары с воздуха, а его заряженные атаки напоминают грозное пике хищной птицы. Что за аттракцион? Большая золотая стрела. Аттракцион какой-то невиданной щедрости. Ага, кто-то уже не смог перепрыгнуть. Фух, ладно, получилось. Еще сундуки! Что-то мне подсказывает, что здесь как бы это... Проход, возможно. Черные перья хищника. Костяная ма... Что происходит вообще? Что это за пещера такая? Почему я раньше в ней не была? Так, ну потому что я обходила пещеру стороной, да. Ну-ка, покажи. О-о-о, смерть с косой пришла. Черные перья какие-то дали. Плащ из черных перьев хищной птицы. Облачение убийц с Вороновой горы. Наряд для ритуального перевоплощения в птицу смерти усиливает атаки в прыжке. Мы хищные птицы, вестники смерти. Ой, а он, кстати, похож на бандита, как там, вор какой-то. Во, вот он. Это, короче, сет вора, только с плащом и с капюшоном. Костяная маска, плотно прилегающая к лицу. Кости безжалостно вонзаются в лицо владельца, чтобы он не забывал о своей человеческой природе во время ритуального перевоплощения в птицу смерти. А птица смерти, это случаем не вот эта вот клюшка, которая по ночам на нас нападала-то? У нас, кстати, одна непобежденная. Ой, блин, тут босс. Эта пещера, короче, оказалась очень щедра на сундуки и на всякие шмотки. Вы прикиньте, за всю игру столько не выпадало. А, это, короче, одно и то же. Кто-нибудь его видит? Сейчас откуда... А! Ты чё, тварь, охренел? Что это было? Так, я вижу, он идет. А чё ты хрен, это не концентрируешь? Так, я вот здесь постою. Так, он вон там пошел. Вот он только что был здесь. Вот он. Да, ты посмотри, что делается, а? Ну-ка, иди убей его. О, Энимини! Давай, бей его, пока он меня бьет. Да хорош меня отпинать, бей его давай. Ну да, мой этот его видит, моя тень. Смотри-ка, что делается. О, тень с тенью. Мне кажется, этот бой придуман им... Не трогай меня, тварь! Собака. Так, ладно, я, короче, в стороне постою. Давайте посмотрим на бой двух... Да сучёныш такой-то, посмотри. Отомсти за меня. Да не трожь меня. Что происходит? Бей его. О, вот смотрите, какой бой красивый. Вообще прекрасный бой, смотрите. Я подлечусь, пожалуй.
Так, он ко мне сейчас побежит. Он уронил моего, сейчас этот побежит ко мне, он бежит ко мне, он бежит ко мне, я вижу следы, я вижу, бей его, он опять бежит ко мне. Чё-то я поставила какой-то странный удар. Какая-то ахинея происходит, если честно. А как с вот этим вообще надо сражаться, в принципе? Как это задумано вообще? Да ты. Типа по следам, да? Ну вот по следам я вот вижу его следы, да? Ну, в смысле, на этом. Вот он. Один толк. А он ко мне бежит! Не, ну это чисто бой теней. Я так подозреваю. Дайте хоть разочек нанесу ему, хоть он. Да, все уже. Как нанести им? Все, она умер. Молодец! Спасибо, друг. Спасибо, собрат. Скрывающая вуаль. Это что-то, надеюсь, это то, что также меня будет скрывать. Не, делает владельца невидимым для врагов. А, вдалеке. Ни хрена себе. Я этого вообще не видел. Ни вдалеке, ни вблизике. Талисман из блестящей темной ткани полностью скрывает присутствие владельца, когда тот крадется вдали от врагов. Сшит из обрезка вуали одной из убийц, орудовавших в ночь черных ножей. Ну да, там бабы, походу, вот эти черные ножи, это все бабы. И это тоже, видимо, была баба, да? Это не то же самое? Ага, что, перекатом его тоже можно убить, да? Вот эту валяющуюся скелетоншу. Ну да, их перекатом можно убить. А что раньше не сказали? Только огромные оружия, всякие двуручные, вот эти вот дрыны огромные. Вот их невозможно сбить. Все остальные, пожалуйста, вообще, хоть, хоть обзамахивайся. Тебя просто снесет и все. Вот он замахнулся, и он сильнее меня. Это что еще такое, блин? Это вот эти катающиеся скелеты змей. Что он делает? А, да-да-да, конечно, да. Да хорош вертеться, тварь. Да что ты, да что вы делаете? Да бляди такие, а. Блин, даже здесь не оставили никакое сохранение этой. На, иди убей его. Где мои руны? Отойди от меня, чучело. А, это мой. Главы семейства. Три медных ударных груза, прикрепленных к рукояти цепями. Любимое оружие некроманта Гарриса, чародея-еретика. Грузы выполнены в виде голов его жены и двоих детей. Чё? Особый навык – семейная злоба. Медные головы мягко ударяются друг от друга и призывают мстительных духов, преследующих врагов. Страдания погибшей женщины и ее детей заставляют врагов трепетать от гнева. Чё за жесть? Чё за дичь? Чё за просто... Кошмар происходит здесь. Ой, я помню эти катакомбы. Здесь, блин, до босса хрен еще добежишь. Выпусти, мразь. Но сидит, черт. Нет. Постой. А чё ты мне не... Тебе довелось ощущать проклятие? Я чувствую на тебе его запах. Та же чума, хоть и слабая. Видно, моя плоть уже созрела для посева. Должен сказать, передышка была недолгой. Ступай же, освободи мое тело, томящееся в канализационной тюрьме под столицей. Да ладно, он мне что-то дал. Ключ от канализационной тюрьмы. Я могу убить тебя и осквернить твой труп. Да? И тогда чума завладеет тобой по-настоящему. Серьезно? А нахрена мне тебя освобождать тогда, дебил? Вот это придурок. Вот он дурак. А подожди, проклятие повесы, это твое, что ли, вот эта вот чертовщина была, где она? Да, проклятие с тела жертвы поедателя отбросов, оскверненного поедателем, а, типа вот им, да? Хворь поражает наростами, так он весь сам в наростах. Души мертвых древу Эрт. Ну это поход дел, да, это, ага, а нафига мне освобождать? Ай, придурок. А нафига мне реально его освобождать, если как бы он меня, это... Я так понимаю, он ничего хорошего-то не сулит в итоге. Мне кажется, освобождать его — это такая себе затея, довольно плохая. Скверная, плохо попахивает. Сидят, сидят, отдыхают, прохлаждаются. А
Они дерутся с ней или что? Ой, как мало они ей наносят, блин. Давай, 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 да, 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 отвлекись на них. Блин. Тупица. Да чё ты, подожди. Там вторая ездит еще. Ой, боже. Чел, ну я тебе помог... Там третья ездит. Я вообще-то вам помогла, уроды. Козлы, я их спасла, а они вон как со мной. Пульсирующий лист. Какая прелесть. Так, 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 тихо, спокойно. Сейчас она перестанет. Сейчас она угомонится. Или нет? Угомонилась. А, не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не. Нет-нет-нет-нет-нет. О, боже. Нет. Нет-нет-нет. Чертовка. Ты посмотри, что делает. Не попало, да? Так, еще разочек. Сейчас она набесится? Ща-ща-ща, погоди. Я прям уверена, что это... Вот это вот стерлить, это... Давай разок. Е, все. Нет-нет! Ах ты, мразь! Я же была в километре от нее, разве нет? А, еще три там ходят. Я поняла, все, нет смысла. Вызывай коня. Эта территория слишком тупая. Я просто ограблю их и уйду. Забирайся быстрее, 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 быстрее! Сучка паршивая. Как она так достала? Ты можешь выпить? Да, можешь. Хорошо. Курицы тупые. Это точно жены этих горилл. 100%. Вот просто вообще ни тени сомнений теперь. А куда я лезу-то, блин? Что это такое высоко находится? Я сейчас, наверное, в жерло вулкана попаду, да? Да, блин, шавки, ну вы чё? Какая, блин, Анастасия еще? Опять, что ли? Блин, это Настюха заколебала уже. Просто достала, блин. Иди к черту, дура. Мятежник изгнан. Анастасия, пожирательница погасших, гибнет. Вы мне это пишете, блин, уже в 18-й раз за игру. Священный разделочный нож. Какая-то непод... Золотой обед. Какая-то неподыхаемая просто, заколебала уже. Огромный нож, предназначен для разделки человеческих трупов. Любимое оружие Агрихи, Анастасии, которая, притворяясь служанкой пальцев, съела немало погасших. Древний дракон Лансекс. Ой, боже, что это? Что это он делает? Ай-яй-яй! Поток-то скачи, ты чучело! Бляха. Тут еще, блин, и гром. В смысле, природный, погодный. Ай! Черт. Да, блин, тут еще как бы ты сражаешься, а тут молнии шарахают. Помимо него. Как бы молнии вон с неба. Дай пятки его. Дурацкий таргет, вообще непонятно, на что цепляется. Да почему там нет клиньев Марики? Ну что за дебил это сделал? Сейчас еще пока доедешь, тебя еще и молниями... прижарохает. Ой! Ой-ой-ой! Да нахрен ты спрашиваешь-то? Я в камне! Я в камне застряла! Я куда-то свалилась нахрен. Вообще ничего не видно. Вообще прекрасно! Кто ничего не видит? Где он там? Офигенно все видно. Да ну иди ты лесом, блин. Ну что такое? Что за поле боя вообще, а?
Я даже не вижу его вообще в принципе, вы видите? Я даже не вижу его пятки, я вижу кусок какой-то кожи, вот древний, окостенелый. И все, я больше ничего не вижу. Потому что он настолько огромный, а камера настолько близко, что просто чисто вот как бы все. Ничего не видно. Пятка хотя бы, хоть какой-нибудь кусочек бы зацепился где-нибудь бы. Я позвала помощника. Меня убили сразу же. Как у меня в первый раз получилось куда-то там зацепиться за его какую-то пятку, левую, правую, и нормально бить по ней. Все, теперь больше такого нельзя повторить. Это была разовая акция, короче. Ну вставай, кляча тупая! Ну это что-то такое страшное. Но почему вы сделали тупорылого персонажа, который встает как рахитик несчастный? Смысл прокачивать эту чучело, которая вообще не умеет вставать? Если его свалить, то все, это хуже, чем шалтай-болтай. Его вообще не поднять. Скачи давай, козлокопытная, блин, господи. Че за конь такой? Малейший удар, он исчезает. Ну что это вообще? Рахитичный, блин, и персонаж, и конь его. Сюда взбирайся. Лети сюда давай, чучело. Это что еще произошло? А, ну конечно, баран еще! Действительно! Меня просто баран взял и ударил. Посмотрим, как ты справишься. Да ёб твою мать, ну почему ты на барана-то зацепился? Вот, да, убей баранов. Чтобы они неповадно им было больше ко мне лезть. Ты посмотри, на меня бараны нападают реально. Видали когда-нибудь такое? Блин, ну ты чучело. Ну, скакивай отсюда к чертовой матери. Да, камень, действительно. Камень всегда тут должен быть. Нет, скачи, тупая лошадь. Конечно, мы на овцу зацепимся. Да какого хера ты на овцу зацепился? Что это? Что происходит с таргетом? Кто-нибудь может? Пиздец. Происходит то, что... Блять, ты че, мудак, что ли, совсем? Я не понимаю, что происходит вообще в этом бою. Дай пятку. Так, он сейчас... Блин, у него не осталось там жизни, вы что, одурели? А, нет, 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 нет. Пошел вон. Кошмар какой-то, господи. Это ужас, а не бой. Глифа Лансекса. Глефа, глифа, не знаю, куда ударение ставить в этом ужасном слове. Все, гром прекратился сразу, да? Вот это все... А, нет, нет, это не он был. Ну, это вообще просто поле с баранами, которые на тебя нападают. Поле с овцами, на которых концентрация на этих овец как бы приманивается. И все, и что хочешь, то и делай. Вот как хочешь, так и сражайся на этом чудесном, замечательном поле боя. Просто нет слов. Чудесно, шикарно, отвратительно. Ля, просто Зевс-громовержец. Чё-то бунтует там. Бараны, а? А-а-а! Я поняла. Иди сюда. Сюда иди, чучело. Ага, вот как это работает. Чёрт поганый. Я и так их ненавижу. Так они теперь еще и вот такого рода сделаны. И чё, мне каждый раз туда, что ли, бежать, тащить его, да? Иди давай сюда. Мандрагора тупая. Сюда иди. Ну это еще чертовка тут стоит. Звонит она в свой колокольчик сраный. Повесь фонарь, ничего не видно. Вот, блин, радость. Тащи их на свет, стой тут. Призывай, приманивай. Как сделать катакомбы еще хуже, чем они есть? А давайте мы сделаем вот тут вот такой луч света. И теперь, чтобы побеждать всяких каменных чертей, которые и до этого были невероятно жестокими. Блин! Тварь такая! Да блин! Да бей ты, ёб твою мать-то! Какие ужасные катакомбы, блин. Спасибо! Да ты, тварь, заколебали вы! Ну какого хера ты замахиваешься и не бьешь их, долбоёб? О, отлично, спасибо. Да, конечно, да, блин. Меня как бить, так все могут через стены. Как я, так, блин. Так, стоп, сначала наверху вот эту тварь.
Я тебе сейчас позвоню. Последний звонок прозвучал твой. Какой кошмар. А мне такой нужен? Хоть бы как-то намекнули, что за талисман какой, блин, с чем. Да, конечно. Стоят, окружили мой талисман, твари. Это мое. Отошли, я за это ключ отдала. Блин, тварь какая. Ничего не видно ж, блин. Ха-ха-ха. Все, умри. Скотина. Давай, по нему. Да, ты посмотри, что делается. Да-да-да-да. Нет, только не ты. О, Господи Иисусе. Мне кажется, я вхожу кругами. Так, а куда его вести? В ближайшее время где был свет? Я сюда прыгну. Быстрей пускай меня. Он бежит за мной, да? Там вон свет. Давай. О! Нормально, где-то... Чё? Где-то открылась тяжелая дверь. Ладно, давай. Нормально. Что это? О, древний геморрой! Ты ли это? А, понятно. Угу. Попробуй подберись еще к нему. Отлично! Уж я тебе за все отомщу. О, я помню, он был один из моих первых боссов. И мне было так тяжело на нем. А, ой. Прощай. Ай-яй-яй, нет, не прощай еще. Кристоф, рыцарь древних драконов. Черт. Уж на этот-то раз, да, пожалуйста, я. Это месть. Это месть. Он вначале вообще так меня бил, так меня бил, так меня бил. Привет. Ля, они с молниями. Ля, бараны. Боже мой, чуть не, не упала. Давай, Буцефал! Молодец. Березки. Красиво. А! А! Ты чё, блин, подбирался за... Ой, боже. О, господи! Привет, тебе нормально сидеть? Ну, она чисто зависла. Ну, как бы, ничего не сделать. О, какая. Кто это? Белка-тушканчик? Кто это? Что это такое? Ой-ой-ой! Чёрт! Чё такой мощный-то? Блин, ты, ублюдок, с копьем говно! Ну, чё тут как-то пусто, ничего, даже никакого сундучка не положили. Мне кажется, на этот регион все сундуки были запрятаны в том тоннеле. Все просто, все средоточие было там, а здесь дальше нигде ничего нет. Черти, вы как туда забрались? Сторожевая башня тракта. Да, конечно! Уроды! Ты смотри, что сделать хотели. Ой. Я могла упасть ради крупной звериной кости. Здорово, бомжи! Ой, опять этот лес с этими тифозными кошелками, ну его. По-моему, нас развели. Ну нет, это, короче, на ёбка для уёбка. Не работают эти оковы на колесницах, либо я что-то неправильно делаю, но мне кажется, это как обычно. Кровь монстра. Какая ценность. О, какой-то фоль этих бастардов. А-а-а! Чуть не улетела. Пошел к черту. Что это за черти такие? Ля, он что-то колдует там у меня. Там какой-то культ пугал поклонения. Ну точно вам говорю, смотри. Это как будто пугало, а на него как будто молятся. Ой, охренеть ты, чё, чучело?
Я сейчас добегу до тебя. Все, Что? Кто? Ай! Ты чё? Кто это? Чё там сказал? Деньги на заточке есть, да? А кто это хоть был? А-а-а! Бык пришел. А может быть, ты дашь мне как-то к нему подойти? Нет? Нужен другой меч, явно. А, 6! 6 урона! 6! Это я ему, наверное, в пяточку попала. А, ты та, то есть вот так вот, да? А, ну я ясно, я поняла, да. Хорошо. Я сейчас возьму свой дрын могучий и приду к тебе. Вот он! Так. Ага. Да когда его бить-то, ядрить твою мать-то за ногу? У-у-у! Пошло-поехало. Отступаем! Фига, березы мои сносят, ты посмотри, а? Не ты их сажал, что... Ты чё здесь... Вы чё, твари, охерели? Иди убей их. Иди растопчи мне этих тварей. Иди сюда, топчи их. Да ты чё, блин, промаху не знает, а? Посмотри. Я сейчас... Ах ты... Вот вы твари какие, а? Да ты посмотри, что сделал. Почему я должна, блин, помимо босса еще с вот этим... Долиерами тут драться. Можно его взять? Пиздец. Взяли коня. Да я ничего не вижу, блин. Где я? Не, ну это бред какой-то. Смотри, что у меня происходит. Отступаем. Гондонская, блин, твоя магия. Я же сказала. Это он так заскрежетал? Слышали? Может, щит какой взять? Да, давай, давай, все, все взял. Все пришло. Ой, я по нему попала. Я по нему чем-то попала. Ну вот, хоть урон есть. Хоть намек какой-то на него появился. Опять бежит? Да, бежит. Гребаная корита. Так. Мне еще до него добежать надо успеть. Копытами, еще хвостом. Давай, 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 да, скорпиона бык. Да, все, у меня закончилась выносливость для того, чтобы ударить его. Посмотри, что происходит. Да еще эти гондоны тут ходят. Отвали. Да, смотри, какие твари, а. Ну, кто же вас сюда поставил, уроды? Так, ща. На, видал, что могу? Отличный удар просто. О, блин. Да, посмотри, какая тварь. Иди, убери от меня свои щупальцы. О-о-о-о! Магия просто повсюду хлещет. Так, еще разочек, давай. Получилось. Да убей ты этих гондольеров тупорылых. Стоят здесь, блин. Че они тут ходят? Подраться не дают. Ой, отходи, отходи. Блять, все, он замахивался полтора века. Не отойдет пока. Да уйдите, суки. Да, конечно, конечно, конечно. Конечно, конечно. Блядь, это, смотри, по всей арене. По всему полю этому ссаному с березами. Можно убрать как-то вот этих ублюдков тупорылых? Главное, эти твари вообще не отстают. Смотри, что делают. А, опять это вся по всей арене. Тихо. Да еще чуть-чуть. Ты что делаешь-то? Не, отпусти. Ах ты ублюдок, а. Посмотри, бляди, отвалите. Нет! Только не смей, не смей. Пей! Суки! Ну и что надо делать, вот, блин? А, ты... А где клин-то? Да вы чё, твари, охерели? Ну, типа, мы отошли от клина. А я виновата, что мы, блядь, по всему полю скачем с ним? Ну, блин, ну какого хрена у них остается писюлька вот этого вот здоровья их вонючего сраного? Ну, кто это такие расчеты? Что? Что это за звуки были? Кто такие расчеты, блин, этого урона делал? Надеюсь, ему всю жизнь копейки не будет хватать, блин, на кассе в магазине такой же. Чтоб вообще ему неповадно было. Тварь такая. Да, блин, на кого ты? Почему ты зацепился на этих мудаков?
А, ну конечно, мы на себя согрели всех, да? Бегу вперед, передо мной бегут эти черти, нажимаю на концентрацию, он концентрируется на тех хренов, которые сзади стоят. Шел отсюда, черт поганый. Убери свои клешни от меня, тупица. Да блин, конец, ссаный удар, это вообще. Да бей ты его, блин, че встал-то? А-а-а! Пошла, блин, атака, блин, по всему полю. Ну почему, блин, как бить этого урода? Как бить, если ты тупо просто не попадаешь по нему, потому что он, блядь, отбегает от тебя? Пока я добежала до него, я уже не ударю его. Да, да, вот, действительно. Отходи уже, все, надо пить лекарство свое. Вот, теперь бить некогда. Опять! Уродины, кусок. Так, нормально. Бежим. А, нет, копытами бьет, хвостом бьет. Хватай, сейчас схватит. О, блин. Я вообще не понимаю, где это надо уходить. Вообще невозможно ударить. О, блин, вы видели? Он, мне кажется, до замогили своим хвостом сейчас дотянулся. Погнали. Коррида. Есть. Третий раз. Ага, мой черед. Нет, копытами, хвостом. Мордой, хвостом. Да, блядь, дай ударю. Да, вообще огонь. Удар богов. Пей. Еп, ну ты ушлепина. Да что это такое, блин? Из-под ссаной жопы, блин, вытащил камни какие-то. Бери свои клешни от меня, ссаный. Вот что это так? Что это за херня? Я нажала у ворот, сраный. Иди от меня, тварь такая. Не смей. Отстань, блин. Блин, копытами. Куда надо убежать от этого? Может быть, вообще в другую эту игру убежать надо от этого удара? Наверное, блин, да? Куда-нибудь другие дали. О, да-да-да, давай, да-да-да-да-да. Да, ну и мудень. Шо отсюда? О, да, блин, ублюдок, а. Верную свою магию гравитационную ненавижу. Ублюдки, применяющие магию, ссаные читерские боссы. Так, еще разочек. И еще разочек. Три. И теперь надо успеть как-то добежать до него. Корова, блин, тупая. И не попал, конечно. Блин, попадать-то. Зачем попадать по нему? Вообще нафиг надо. Иди сюда, выйди, я в этой дырке не могу драться. Так, пошла его вот эта вот тройная атака, коррида сраная. Надо успеть его ударить в этот момент, но для этого надо находиться рядом с ним. Все, не успели, все. Отходи. Отходи. Смотри, идут два урода. Ах ты, козлина. Такое ощущение, что я ему в морду попадаю, когда перекатываюсь. Поэтому у него 4 урона и наносится. Да, блядь, ну дай ударю. Не хватает. Ссаная выносливость ублюдская закончилась. Ой, да, наконец-то, тварь. Сколько за тебя дали? Вы что, охренели? 11 тысяч за этого мудака? Ты что, тварь, делаешь? Ну тебе хан... Все, я тебя сейчас уничтожу, тварь. Я уничтожу тебя. Ну, примерно сейчас. Что это за уёбки здесь стоят? Шо отсюда? Что происходит? В смысле вдвоем? Вы чё, твари? Как я ненавижу бои с лошадью. Потому что, блядь, у меня есть один удар, у него 101. Что это?
какой-то могучий щит у него там. На въезде просто поставить двоих таких, а? Ну что это такое? Да, у тебя замах-то богатырский. Чего ты нажал-то? Долбоёб. О, благодать! Бежим! Бежим, блага... Отъебись. Бежим. Лошадь, во время вызова лошади я неуязвимой должна быть. Ублюдки же. Всю жизнь так было. Иди от меня. У тебя зона, территория, где заканчивается? Че, уходишь? А они двое как двое считаются или как один-один? Ёбаная лошадь застряла. Так, нормально. Ай, не бей! Нет! Не бей! Ну вставай ты, не 300 лет, пожалуйста! Наконец-то. А где за него руны? А это что стоит? Етит твою за ногу, душу мать. Ни одна лошадь в мире вообще так не скачет, как этот козел. Козлокопытное тупое. Нет! Боже мой! Какой урон? 20 тысяч! Спасите, помогите! Большой щедрый ВРТ, руна героя. 20 тысяч, блин! 20 тысяч, вы это видите? 20! 20 тысяч! Я двух боссов убила, блин, уже мне ничего не дали. Мне на уровень не хватает. Трех боссов! С трех боссов на один уровень даже не хватает. Вы что, одурели, что ли, совсем? Что за сраное такое место? Богохульная. Ни хрена ты жирный. Нет! Что это, блин? Тупая лошадь застряла. Конечно, в кольях-то драться самое то, наверное. Этот дух уязвленный древесный. Сконцентрируйся на нем, пожалуйста. Долбоеб. Ой, боже, нет, нет, нет! Вставай, пожалуйста, просто пей флягу! Да, а за этого 8 дали. Просто локация полна боссов, за которых ничего не дают, ничего не дают, вообще ничего не дают. Беда это что? О, гроза! Да, вот ее я искала. Это здесь ты лежала, да, все-таки? 62 тысячи. Итого мы убили 4 боссов. Давай, может, себя хоть руну соберем. Да плевать еще. Все нормально. Ой, да че? А в смысле? Нет, 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 сейчас убьет! Ты че, блин, озверела? Почему я ее уже убила? Она продолжает стрелять. Ну что это такое? Говно какое. О, благодать! Какая-то пещера! Грот парфюмера. Иди давай сюда. Так, у меня есть горшочек, смотри. А, да? Ей насрать на мой горшочек. На вот такой тебе. Ах, блин, чертовка, откуда взялась? Нормально. Так, почти, почти, почти забили его. Тихо. Да! Ха-ха-ха! Урод! Пошел вон. Это же то самое, да? Это то самое, та пещера. Вот она, туннель Альтуса. Я возле него. Я же говорила, что сюда должен быть проход какой-то. Святый боже, кто это?
какой-то хрен. Убийца знамений. Так, иссаный цветочек. О, нормально. На последнем издыхании просто меня садануло. Ну-ка, сколько, подожди, сколько дадут? 8400. А, большой тесак убийцы знамений. Я считаю, что просто улов шикарный. Вообще, 8 боссов сегодня, да, здесь было у нас. 8 боссов. Ни хрена не заработали. Господи. Ёбаная надпись. Да блин, я выше. А как туда попасть, на ту сторону? Блин, что такое? Сзади идет, слышу. Молниеносно. Молниеносно наносят кровотечение, уроды. Посмотри, как поставили эту клетку, чтобы точно ты вот попал на нее. Я сейчас с ума сойду. Как попасть вот туда, блин, ёб твою мать. Понастроили говно вот это вот. И все-таки по-ублюдски запутанные катакомбы все эти. Ненавижу их. Как попасть там к боссу, блин? Он тут не один. Какие-то все на привязи. Говорящая голова прекрасна. А это не она нужна этому боку для квеста? Вообще не понимаю ничего в этих катакомбах. Я заблудилась, ё-моё. На! Шоу вон. как я хорошо его, да, на плитку наступила. Ой, только сейчас бы еще раз не наступить только. Ну, я сейчас с ума просто сойду, потому что я не вижу пути. Может быть, вот это путь все-таки наверх? Господи, еще один. Черт поганый. Ой, что-то как-то прям вообще урон. Прах пажа. Ой, да наконец-то, да неужели ж я попала на эту платформу? Ура, 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 бля! Сатанистка проклятая. Ой, боже. Ой. Ура, 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 ура. Где-то открылась тяжелая дверь. Хе-хе-хе. А где? А я помню, что ли, думаете? Надо, чтобы после этого сразу активировалось сообщение. Телепортнуть вас к этой двери. И ты такой, да, да, да. Я вообще не ориентируюсь. Вот лабиринты, это... Ну, я в них реально не ориентируюсь. Совсем. Ну, то есть, как бы это беда. По-моему, она находилась где-то пониже, нет? Но не настолько ниже. Иди, твою мать, за ногу. Ты, что ли? О, отличненько. Давай, давай, давай. У-у-у! Вот эта морда у тебя страшная. А, все, да? Ой, прах наемника из Кайдена. Какая прелесть. Кошмарные катакомбы. Очень путанные. Южный поход Малении, клинок Микелы и рыцари чистой гнили защитят Валькирию от любого, даже самого грозного врага. Силы 60, зашибись. Мы не можем его взять. Прикольно. Даже в две не могу. Хрена себе, кувалда. Вот это дрын могучий. Там еще, смотрите, стрелистник зачарованных нарисован. Аж 4 штуки. Но этим, я думаю, этой колотушкой можно просто реально всю столицу сравнять с землей. Ну как ты им замахиваешься? Ети, твою мать. Да посмотри. А, кстати, не так уж, чтобы долго замахивался прям. Не, ну силы 60, это мы будем до второго пришествия качать. Я думала, я сейчас возьму вот эту клатушку и просто здесь всех изничтожу. Да, печальненько. Ну здесь хотя бы прям сразу дверь. Вопрос теперь в том, где рычаг. Блин, мне кажется, я точно таких же только что была в Лиурнии вот. Прям вот один в один. Прям даже вот здесь вот такой же был уступ с ландышем. В смысле, это статуя, реально? Кто придумал этих ушлепков такими?
амулет с грозовым скорпионом. Ах ты, скотина какая. Ауч. Вот вы ублюдки, а! Мразь какая, отвали! Ай! Вообще ничего не вижу. О! По делам тебе, тварь! Придуршный. Ну за это ж надо же, вдвоем стоят, ублюдки. Где начало этого пути? Ой, боже. О, господи. Опять ты. Воуч. Чё-то прям сегодня колокольная сфера сборщика ландыша 1. Чё, какой-то урожайный просто сегодня серберный день. Иди сюда. Вот! Чуде... Чё, не сдох еще? Наконец-то! Блин! Ой, двое! Подожди-ка, сюда! Сюда, мои мальчики! Сюда, мои зайчики. Давай, давай, ползи, ползи, ползи. Ползи. Где там эта кнопка? Ой-ой-ой. Да, молодец я такая. Блин, сейчас умру. Мои крабики. Мои замечательные крабики. Мои прекрасные, милые крабики, чудесные. Мой план был прекрасен, только я облажалась. Ну ладно, ничего страшного. Этот среагирует? Вообще по хренам ему. Он настолько увлечен, они все увлечены настолько своей работой, что им как бы... Ну и убивай нас, да, мы возродимся снова. Что, какие-нибудь подсказки, что-нибудь, что это такое сидит? Ты посмотри, это же эти мелкие хрени, да? Не, что пишешь? Слабый враг. Ну, слабый не слабый, он затаился, он хотел меня это... Ну, надо сказать, что тоннели мне нравятся намного больше, чем катакомбы. Вот катакомбы это вообще кошмар. Черт бы в них не лазил. Так, там что-то было. Ой-ой-ой. Вот, кузнечный камень 5, смотри-ка, вот он. Так, вот сюда. Сейчас. Ой, извиняй. Ты че, ты че? Ты че, черт поганый? Вот поэтому я, наверное, и ушла. Да вы что делаете-то, обезьяны? О, какой! С горящими глазами. Пошел вон. Посмотри. Эти твари всегда так делают. Сидеть, молчать, умереть. Мечевидный ключ. Брысь! Я в звездных пустошах таких пачками убивала. Ты не имеешь права. В смысле? А чё? А чё такое? Ну-ка, подожди, ну-ка, запрыгивай. Нет? А как мне теперь попасть на эту лестницу? Типа спрыгнуть, да? Ты выжил? Я вот максимально вот так вот спрыгну. Нет, 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 нет! Бляха! Черт возьми! Чертовка какая! Уходим. Отойди от меня. Выпей. Черт, они еще пыляются в меня. О, статуя. Ну-ка, разбей ее. Да нет, жри меня. Разбей статую, дура. Разбей статую. Да черт поганый. Разбей статую. Разбей, пожалуйста. Она разбила статую, нет? Кто-нибудь видит? Она разбила или нет статую? Не вижу. Она может заморозиться? Нет, не вообще ей на заморозку плевать. Да ты что делаешь? Я уворачивалась. Чучело, блин, косматое. Ну-ка, не добивай. Не надо. Да хорош. Чертовка какая.
Давай, добей ее уже. Ай-яй. Да заколебала. Ай-яй. На, не-не-не-не-не, пей. На всякий случай еще выпей. О, боже. Ща включат свои. Ну, я же говорю, вынула свои космы. Руки, блин, крюки. Давай, сзади. Еще. Е-е-е. Все, сдохло. Кошмар какой. Какое зелье призывающего пальца? Ну, что ты будешь делать? Золотая руна один? Чувак, он лез, но его добили. Ну ты сберешься или нет? Смотри. Да блин. Она, это баба была, по ходу дела. Она лезла, а ее добили. Прикиньте, не дали залезть. А-а-а, иди, твою мать. Спасите, спасите. Ой, блин, ну чё, я же... Бляха. Ну, конечно, он когда замахнулся... А, да? О, в смысле? Что-то подозрительно много этих. Я вот сюда спрыгну, я потом затем смогу подняться. Нет, кажется, все уже, да? Просрали этот момент. Ладно. Да, наверняка там какой-нибудь хлопок лежит сраный. Банзай. Нормально. А, подожди, может быть, я смогу сюда допрыгнуть? Ну или нет? Банзай! Воу! Воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ладно, если сейчас сможем справиться, если здесь кто-то не очень сложный, то вернемся и попробуем забрать. Но я почему-то уверена, что там какая-нибудь хрень не нужна. Либо облом какого-нибудь камня, либо еще какая-нибудь билиберда. Ониксовый повелитель. Это кто такой? А-а-а, я тебя помню! О! Да почему ты, блин? Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Что это, блин? Ё-моё, ты такого не... Он такого не делал? Чё это за бред? Он не делал такого прежде. Мне не хватает выносливости сраной. Надо качать выносливость, всё. Да ударь! Господи Иисусе! Что там у тебя с замахом? Ну-ка. Двуручник ониксового повелителя. Смотри-ка, нормально. Какой-то выход. Ты смотри-ка, что происходит. Где это я? А, о! А, это священная башня Плато Альтус, видимо, да? Священная башня Западного Альтуса. Требуется змея. Какая змея? Не поддай... Ну я же говорю, да! Ты не имеешь права. О, ты не имеешь права, так что впереди требуются слезы. Я же говорю, не получается, у нас нет ничего, мы не побеждали никакого босса здесь на этом, на плато Альтос. О, смотри, там что-то, коготь какой-то дракона торчит, смотри. О. Нет! Да, получилось! Ха-ха, блин! Молниевая смазка! Блин, вы чё? Я могу отсюда? Да, я могу отсюда телепортнуться. Все, я с чистой совестью, спокойно, абсолютно телепортнуться могу. Священная башня Западного Альтуса. Врата. Она еще так просто к ней не подойти, смотри-ка. Ну, к ним ко всем, в принципе, не просто подойти так-то. Блин, здесь опять колесницы эти какие-нибудь будут, да? Ну, конечно, вон она материализовалась, тварь такая. Ой, блин, скелет. Ты посмотри, еще один. Блин, здесь нужно святое оружие. Ой, тут свет. Здесь еще и невидимые будут нападать, серьезно? Ё-моё, еще одна! Че, одурели, что ли? О, что-то лежит. Это было очень важно. Блин, не успею, не успею, не успею, не успею. Етит, твою мать. Быстрей, вставай, быстрей. Ой, боже, пей. Бежим. О, боже, куда мне? Где? Где? Еще? Блин, сколько их здесь?
Да ты чё, тварь? Так, значит, смотри. Они едут в разных этих, да? Да. Побежали. Бегом. Ой, тут что-то есть. Проход. А! Что? Откуда ты взялся? Тебя не было. Что так долго вставал-то? Так, этого можно перекатом добить. Это я уже выяснила. Как они? Охренеть. И что делать? Так, это бежит сюда. Тихонько. Блять такая, посмотри, что есть проститутка. Еще одна! Не-не-не-не-не! Здесь безопасно стоять? Да. Почти. Так. Ага, вижу спуск вниз. Как бы мне... Да проститутки кусок! Ай, бразина тупорылая! Какой урод сделал эти колесницы? Просто вообще кошмар! Они абсолютно отвратительные. Иди отсюда. Быстрее он не может бежать, это максимум. Тихонько. Бежим. Твою мать. Ака! Охуели, что ли, совсем? Как надо успеть? Чё ты там, блин, стреляешь в меня, тварь? Вот так. Куда прыгать-то, не понимаю. Ой-ой-ой. А можно не трясти так все, уроды? Блин, какая-то смазка сраная. А, вижу, вижу проход. Тихонько. Блин, какой пипец. Какой ужас придумали. Я аккуратненько. Тихо. Так, рыцарь справился. Мне все поджилочки сжали. Что это? Нет. Бежим. Бежим. Это ссаные лягушки. Блять, они меня сейчас убьют здесь. О боже, это лягушка. Нет, нет, нет. Беги отсюда нахер. Отпусти их, беги. Чё ты сел, блин, беги. Беги. Беги отсюда. Блин, сейчас еще одна покатится, да? Нет. Ублюдина. Нет, 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 нет. Блять, ну какие же сучки, а? Ну кто вас придумал, а? Твари тупые. Ненавижу ублюдин этих. Хуй ты опять сел? Ублюдские отродья. Только попробуй плюнуть в меня. Еще где? Ну, шаболды. Нет, 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 тварь. Сдохни. Нет, 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 беги отсюда, беги, беги, блядь. Ты умерла, нет? Сидит пучеглазая, смотрит на меня. Иди отсюда. Кто это все здесь поставил, придумал? Блин, там еще, по-моему, колесницы катаются, кошмар. Ой, она здесь прям. А что мне делать? План был таков, чтобы я здесь взяла вот этот вот несчастный цветочек один. Типа еще ниже что-то есть. А, там еще. О, господи. Это еще не конец. Тупой мудак это делал. Ой, да ладно, серьезно. Не, принципиально не успеваю добежать сюда, в эту сторону. Так, а там дверь, кстати, смотрите. Блин, наверное, нужен рычаг, чтобы ее открыть. И как раз к рычагу нужно куда-то вот туда попасть, да?
А, и тут обязательно нужно дойти вот туда. Потому что иначе слишком высоко будет прыгать. Так, хорошо. Главное, чтобы сейчас пальчик не дрогнул. Ёбаный скелет стоит. Прощай, придурок. Так, главное, чтобы только не лягушки. Только не лягушки, умоляю. Мне нужен рычаг, чтобы попасть к боссу, кем бы там он ни был. Она прям надо мной, что ли, будет? Прикол. Господи, ссаный несчастный скелет. Ты чё? Умри. Сейчас она меня прям по голове заденет. О, она... О, спасибо! Блин, сейчас убьет. Где? Где проход? Чуть... Нет! Нет! Блядь такая! Проститутка ты тупая! Этот босс не стоит того, чтобы к нему столько пробираться. Заколебали уже. Идиотизм какой-то, блин. Прыгаешь, блядь, по этим платформам сраным. Уроды, скеметар выпал. Какое счастье. Блин. Ой-ой-ой, сейчас пожалею об этом. Ой-ой-ой-ой-ой. Нормально. Так, вот примерно над этим трупом надо прыгать. Господи, пожалуйста, ну что ж ты будешь делать-то? По миллиметрику вымерять. Что за человек? Чего же ему так в жизни плохо-то все? Иди в жопу, тварь. Да-да-да, урод. Так, это что еще такое? Это мой... А, ой. Я думал, я запрыгнуть могу. Ой-ой-ой. Сожги ее, сожги, сожги эту тварь. Надо подождать, да? Он сейчас ее сожжет. Нет? Что-то это не работает, по ходу дела. Пошел вон. Перьевой талисман. Какое счастье. Я сейчас с ума сойду в этих катакомбах. Ага, лифт. Отлично, вези меня к рычагу. По любому к рычагу едем. Все, отлично, наконец-то. Давай. Так, погоди, ничего не понимаю. Мы обошли с другой стороны, что ли? Че это? Куда будет дуть? Сюда. Прикол. И мне вот типа наверх надо как-то, нет? Чё надо сделать? Помогите. Чел, да! Я согласна, помогите. Ой, ой, что это такое? Случилось. Откуда это? С чего это? Я ничего не трогала. Стражи древа что-то там. Что произошло-то? Колесницы, что ли, сдохли? А, вон он светит через вот это окно. Это типа вот сюда он светит. А что случилось-то? Типа вот этим светом их убило, что ли? Так он до этого был здесь тоже. А, он, может, не доставал до них? Они, я надеюсь, навсегда сдохли? Это с них, что ли, выпало вот это? Ой, там цветочек. Насрать вообще на этот цветочек. Подожди, насрать. А где рычаг? А, оно, может быть, открылось, когда колесницы сдохли? Скорее всего, да. Очень удобно придумали босса, да, и как бы тут это... Скелет стоит перед боссом. Вообще прекрасно. Так. Блять, твою-то мать. Вообще пиздец.
Его вообще не сбить, да? Ой, как мало я по нему наношу. Иди отсюда, ты, блин, со щитом, мразь. Ну-ка, иди сюда. Иди убей. Да ёб твою мать за ногу. Ой, вот. Ну-ка, да, блин, добей, давай. Чё так мало-то, блин? Блях. Что это он задумал? О, да-да-да. Да куда ты прыгаешь-то, блин? По нему. Отойди. Отойди быстрей. Проститутка. А чё-то моя слеза вообще там не может справиться, да, по ходу дела? Смотри, что происходит. Да серьезно, через вот это? Где это с канделябром, тварь? Ой, не та. Я хочу с канделябром на себя. Иди сюда. Опа. Хорошо, хорошо. Нехорошо. Пей. Так. Да, блядь, такая. Посмотри, что делает. Получилось, давай. Так, одного убили. Он убил мою слезу. Что он делает? Блин, попал. Посмотри, какая обезьяна. Сука, достает вообще хуй пойми откуда, хуй пойми куда. Да нет, ну ёб твою мать, отстань. Блин. Отвали. Упырь проклятый. Ненавижу его. Блин, ну ты серьезно? Какой же уебок, а? Блин, да почему? Нет! Пипец! Даже не смогла одолеть одна. Сколько дали за него? Чё? 28 тысяч? Не, ну без слезы, конечно, все. Я бы здесь, меня бы разорвали они. Ну блин, ну слеза не убила ни одного из них в итоге. Сейчас меня... Скелеты забьют меня сейчас. Блин, ну это самое сложное, мне кажется, катакомба на данный момент. Просто сложнее нее еще ничего не было. Мало того, что здесь две гориллы, босс, здесь колесница сраной, так еще и, блин, открывается вот эта дверь путем того, чтобы убить колесницы. Это же вообще жесть какая-то. Так, все, я снимаю метку. Слушайте, ну гробница-то может быть попроще, чем вот эта вот могила. Могила с колесницей, мне кажется, это все, это жесть полная.
Ой, дрожит все, трясется. Господи, страшно, как было, вы не представляете. Нет, вы, наверное, представляете. Кто-то точно представляет и понимает, как это было. Сейчас страшно, вообще кошмар. Мразь, сдохли наконец-то, блин. Я этих горилл вообще ненавижу, их гориллы. С их женами, блин, и их детьми сраными. Вообще просто, блин, это... Мне не хватает ровно половины. Здесь дверь, кстати, в самом начале находится. А рычаг, поди, в самой жопе, да? А, горшочек. Ё-моё. Ой, что это было сейчас? Это какой-то взрывающийся. Ты тоже взрываешься? А как их отличать? Ай! Ладно, давай пойду спрыгну пока. Блин, чуть не умерла. Я вернулась? Ага, вон там рычаг, да? Черти проклятые. Мне кажется, я запуталась здесь. Ой, блин, опять, да? Вот там вот. Твою мать, кто? Ах, ты наверху, тварь такая. Черт поганый! Один? Да это что еще такое? Да в смысле? Да как вам наверх попасть? Вы что, охренели? Куда вы лезете все? Ой, какой у тебя этот нож. Да ё-моё, что происходит? Есть сундуки какие-то, одни ловушки. Что происходит? А! Зашиби... А, не. Ага, нормально. Я попала, да? Нет. Господи, господи Иисусе, что происходит? Пацаны, ну взрывайтесь уже. Ну вы чё? Пока не ударишь, не взорвутся, да? Ой! Кто-то спрыгнул? Не, он там все еще. Чё-то, по-моему, какая-то хрень происходит. Хорошо, ладно, куда ты меня телепортнешь? Вы попались. Да понятное дело, ну ты же мне это... Проход-то перекрылся, я не знаю, куда дальше. Где я? Ага, я наверху! Блин, мудень. А, тут надо через вот эти сундуки, что ли, перемещаться? А это, который с молниями, да? Так, а погоди, а... Я все равно не... А, тут еще выше есть. Где я, блин? Так, ага. А откуда ты? Здесь же должен быть рычаг, нет? Иди, иди к своему другу вниз. Бля. Опять, блин, какие-то сраные лабиринты. Где эта дорога вниз-то? А это что такое тогда? Так, смотри-ка. Здесь какие-то новые черти. Иди, твою мать, что происходит? Я все равно снова по эту сторону решетки, не по ту. Или они обновляются после того, как я попадаю в эти ловушки? Нет, вот трупы мои. Кто это придумал? Так, я попала за решетку, да? Блин, тут большие горшки. Так, ладно. Пипец, кто это построил? Это меня назад перенесет ведь, да? Или нет? Или это в новое перенесет место? Вообще ничего не понимаю. Ну-ка, вертай меня обратно. Это он меня туда вниз, правильно, телепортнет? А я могу что-то как-то пометки сделать какие-нибудь, чтобы увидеть, куда меня телепортирует? Нет? Так, вот тот внизу телепортирует меня вот сюда. А вот этот телепортирует меня... Этот меня вниз, сюда телепортирует. Вот здесь сундук, я вот здесь вот положу камешек. Фиолетовый. Я не поняла, камень исчез или что? Камни исчезают. Так, ладно. Погоди, это что-то новое. У этого какая-то желтая пломба. А, все, поняла. Желтая пломба, это значит взорвется. Все. Блин, а план был хорош с камешком, типа... Кто же знал, что он исчезнет? Лестница и тогда рычаг. Блин, если это правда, чел, Я вернусь и отмечу твое послание. Какая длинная высокая лестница. Я будто поднимаюсь на самую поверхность. Надеюсь, это так. Да, это рычаг. Хвала богам. Я когда зашла, рычаг был на этой стороне. И я не могла сюда попасть. Это оно, да? Я одобрю послание этого чела.
Вот, хорошо. Спасибо, чел. Кстати, это какой-то полумаг был. Смотрите, у него кинжал и скипетр, и у него вот эта корона. Блин, эти короны, они очень страшные, вот эти вот, которые... Чё такое? А, в смысле, поняла. Так, ёпта, где выход отсюда? Подожди, я спускалась, я спустилась. И вот туда не смогла попасть. Чё за дела? Где выход отсюда? Подожди-ка! Это же мой камень! Я думала, он исчез. Но здесь я точно была, потому что здесь вот трупы сплошные. Давай тогда попробую переместиться вот из этого сундука, куда он меня телепортнет. Точно нигде нет прохода? Может, я не вижу? С боков каких-нибудь. Может быть, я переместилась сюда, как раз-таки вот через вот этот телепорт? Отсюда вышла. Кто это придумал вообще такое, вот это вот? Такую гробницу. Делать, что ли, было нечего? Цветочков нет. Я тут уже была. Мне кажется, это начало. Очень похоже на начало. Да! Прикиньте, да! Так, сейчас, секунду. Просто ужасные катакомбы. Кто здесь? Чё это, кто это? Дуэлянт, хранитель могил. Ё-моё. Мне кажется, я такого уже видела. Да, можно я буду... Ты можешь на нем сконцентрироваться? Иди, твою мать, почему, блин, ёбаные горшки? А, ой. Чел, не надо. Ты, может, отпустишь меня, нет? Блин, вот ты какой. Ты будешь пить? Нет. А, блин! Ёб твою... У меня стоят дурацкие эти черти. Подожди, сейчас я. Да почему ты его не ударил-то? Все, все, все. Мухана, все. Умер. Что за... Что с концентрацией в этом... В этой игре? Почему на горшки цеплялась и не уходила никуда? Все, это все зачищено. Какие отвратительнейшие катакомбы. Просто хуже них вообще ничего. Я думала, вот это худшее. Но вот это еще страшнее было. Ой, господи, боже мой, выбрались. Все, свобода, воздух, подыши. Ой, как мало. Ой, как много по мне. Ой, боже. Ясно. Нужна ищейка. Воуч. Это что так? А-а-а! Это тот самый, который этот. Все, 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 я поняла. Ой, что это, боже мой. Алекта, главарь черных ножей. Алекта, блин. Жопа ты какая. Вы посмотрите, сколько я по нему нанесла урона. Пошли. Чё ты, блин, не нажал-то? Дурак. Опа, быстрей, быстрей, быстрей! Ой, беда. Беда, отстань. Отстань, жопа. Ты выпьешь или нет? Нажала же. Так, беда. Отлично придумано. Ладно. Тихо. Ой. Нет, тварь такая. Узилище закончилось, блин. О, господи, что это был за удар? Хер пойми чего. Отстань. Отстань, чертила. Где оно? Ой, не попал.
Нет! О, боже! Тихо, спокойно, отступаем. Иди отсюда! Чучело. Ай, блин. Беда какая. Уйди. Уйди. Еще разочек. Э, ты чё? Ах ты свинина какая! Уйди! Да блин, такая тварь! Уйди от меня! Ты посмотри, что делает собака. Не подходи ко мне, обезьяна. Посмотри, что делается. Ну ладно. Отходи! Отходи от этой твари! Еще не сдохла. Все от тебя! Тварь такая! Ой. Тихея, черный нож! Тихея, психея! За нее рун дали! Господи, боже мой, свершилось чудо! В этой игре дали рун, насыпали рун! Насыпали рун! Рун насыпали, да неужели? Их насыпали, ребята! Я столько времени хожу, я, блин, всю плату, я всю плату Альтус, окраины, обходила, мне ничего, вообще, я нескольких, я катакомбы прошла, вот эти вот катакомбы. Вот эти вот, я там босса убила, вот тут вот босса убила, вот здесь вот босса убила, вот здесь вот двух боссов убила. Ничего вообще, рун насыпали просто, я не знаю, столько, что мне не хватало даже не то, что на один уровень, мне на пол уровня не хватало. Вот здесь-то, вот здесь была обитель обетованная для рун. Вот оно где. Одной темной ночью убийца Тихея напитала свой черный нож, напитала, это баба, я же говорила, силой руны смерти и заколола Годвина Золотого. А, так это ты была. Она была дочерью предводительницы черных ножей по имени Алекто и погибла, защищая свою мать во время бегства из столицы королевства. Так, Алекто — это та, с которой мы только что дрались. А это ее дочь Тихея. Она убила Годвина, и она погибла, защищая мать во время бегства. А мать посадили вот сюда, да? Ага. Так, ну ничего не понятно, но более-менее ясно. Тебе показалось. Шикарный бой, да? Ничего не видно. Лауч! Меня сейчас убьет. Его кто-нибудь видит? Где он? А мне что делать? Ауч! Нет! Нет! Жива. О боже, тут какие-то кристаллицы. Ой, он застрял. Так, надо валить отсюда. Здесь все очень плохо. Мы в каком-то странном месте. Твари, отстаньте. Блядь, такие бляди, а. Да нахер ты спрашиваешь? Как же бесит вот эта вот тупица, которая спрашивает. Призва... Вы что, одурели? Еще и вот это здесь? А что за страшное место такое, а? Я чисто вас ограблю, короче, и пойду отсюда. Тут что-то происходит противозаконное. Иди в жопу, дура! А, что-то тут вообще, короче, смотрите. Я вообще по нему наношу ноль урона. Это какая-то... Это, короче, локация для конца игры. Я поняла, все понятно. Уходим отсюда. Прекрасно. Прекрасный внешний вид. Да блин, нормально все шло. Я бы его победила, но он же улетел, тварь такая. Черт знает что. Больших мудрых зверей. Сейчас полтора часа будем искать этих черепах опять. Где все записки, подсказки? Че вообще, перестали играть что ли тут люди? Что происходит? В прошлый раз одна такая мартышка была внизу. Если типа спрыгнуть. Узри, собака, но май... Где? Ах ты чертовка!
красиво улетели. Короче, пришлось лезть подсказки, потому что я не понимаю, я все оббежала. Оказывается, эта черепаха вообще черт знает где, вторая. К югу от руин лунного особняка. Это, блин, где такое? Ага, вот она. Сейчас я ее луком зафигарю. Так. Серьезно? А если я прицелюсь? О! Вы не поверите, третья летает в небе. Ядрить твою мать, в каком небе? На северо-западе. На каком еще северо-западе? На северо-западе от чего? От вот этой башни? А это вообще как вот это без гайдов люди нашли вот три черепахи вместе? Это ж кто-то ходил чисто, вот догадался рыскать всю карту. Я просто мне в голову... Нет, на самом деле я подумала о том, что, возможно, они намного дальше, чем в прошлый раз находятся. Но я просто подумала, такая, я не буду это искать. Ну, мне не очень-то как бы хочется это искать. Потому что, ну, это что-то какое-то страшное, вообще просто беззаконное. А, вон она. А, потоком можно ее шибануть. Ну-ка, давай. Где она? Есть! Ты вот так вот принцессу пойдешь спасать? Вот через вот эти дебри пройдешь? И подумаешь, нахрен эту принцессу вообще? Спасать я ее буду. Пойду простолюдинку в жены возьму. А! А камня не будет, что ли? Я хотела увеличить ячейки. Легендарная магия, символ одной из корианских королев, порождает Ренни. Не Реналы, Ренни. Это имя. Это Ренни, это, который мы выполняли квест, вот эта баба, да? Кольцо, которое мы надели-то. Порождает холодную темную луну и посылает ее навстречу врагам. А, подожди, это чем у нас Ренала колдовала же, да? Темная луна развеивает направленные на нее чары, касаясь врагов. Она временно снижает их сопротивление магическому урону. Такая луна предстала перед молодой Ренни, сопровождаемой своей матерью Реналой. Это холодное и темное светило, окружено ореолом тайны. Это вот, да, это мы читали, все это мы знаем. Му! 68, это я ни в жизни не попробую такое. Ой. Не, ну чел с копьем, это с этим факелом, это вообще беда всегда. А, это дерево какое-то. Это эти стражи деревянные. С какими-то цветами уже, смотри-ка. Расцвели. Вроде здесь осенняя локация, а не весенняя, но они уже расцвели. Это, наверное, осенние такие цветы, которые расцветают по осени. А, здесь нет этой, как ее, обычно же здесь эти статуи Марики или, как, или там Радагона. Вот, чел в костюме Радана, смотри. Печать золотого порядка. Бесформенная священная печать, изображающая ритуальное наблюдение за порядком, усиливает молитвы фундаменталистов золотого порядка. Опять этот трилистник зачарованных. Вопреки своему названию, фундаментализм — это чистой воды наука. Мощь молитв повышается за счет мудрости и веры одновременно. Ах ты ж, ёптыш, оно еще и встает вот так вот. Нормально. Такие большие территории, вроде кажется, ты все осмотрел, бежал. Но нет, ты вот так вот по кустам походишь, посмотришь, и тут как бы подъемы, еще вот эти вот ландшафты всякие, через них надо проходить, перескакивать, потому что там недовидел, недосмотрел, недо... Ой, что-то выпало. Золотая многоножка. Я думала, он мне свои цветочки выдаст. Знаете, напоминает это Atomic Heart. Когда... О, там какие-то улитки огненные. Когда он пришел вот на эту выставку в ДНХ, там как бы уже сплошные одни трупы, но вроде как праздничные, все в праздничную, к празднику готовились, но везде при этом кровь и тела. Однажды погасшая душа обретет власть над кольцом Элден и восстановит золотой порядок. Ты ведь тоже это видишь. Золото обволакивает небеса. Великое древо излучает столбы света. О, погасшая душа, поспеши же к подножию древа. Что бы ни случилось, пальцы направят тебя. Что бы ни случилось, пальцы меня направят. Так вот, и там тоже был прям такой похожий, по-моему, был даже подъем по лестнице, спуск.
Что-то прям вот сейчас я смотрела, напомнила. Еще вот эти вот пятна крови, которые... Че? А, ты такая скотина, будешь нападать. Я давала ему шанс выжить. Я думала, он как вот эти вот, но он не захотел. Я, кстати, видела, короче, видео нарезку. Ну, типа, знаете, там вырезали смешные моменты из Элдена. Все, кто проходил. Игроки. Ну, это было еще, видимо, когда они... Поначалу, когда игра только вышла. И, короче, там чел бежал. И вот он в каком-то месте, он откуда-то спрыгивал, и внизу стояла вот эта вот бабка, частица пальцев. И он ее, спрыгнув просто, убил. И она, умирая, короче, что-то там прокричала, какие-то проклятия ему. Что типа, отныне ты будешь проклят навеки, что-то типа такого. И он вообще, он в таком шоке был, сидел. Он вообще ничего не понял. Он просто спрыгнул, как бы он даже не видел ее, как, что она там была. То есть он просто летел на коне, и он с коня спрыгнул. И попал по ней. И она погибла. Ну вот, потому что очень интересно придумали вот эту тему. А здесь, кстати, и всякие вот эти вот NPC. Они же все, если ты вокруг них прыгнешь, возле них, тогда вот Рая, например, она же мне начала высказывать, что типа, погасшая душа, одумайся, прошу, не бей меня. И я такая, блин, я как бы не я. Я не била тебя. Я просто, ну, я нажимала на А, чтобы разговор прекратить с ней. Я ее не собиралась бить. Просто в какой-то момент разговор все-таки закончился, а я уже нажала на А, и игра такая все еще продолжала нажимать. Ага, вижу спуск. Я тут была ни при чем совершенно. Так, пойду куплю что-нибудь у торговца. И норм. Твою мать. Опять этот эклер сраный. Говнюк. У меня такой же наряд уже есть. Купили, блин, торговцу. А, его тут не... Он типа только ночью появляется, да? А, ну и пошел в жопу тогда. Господи, что за... Что это за плошка вниз упала? А на этом нам уже пора, наверное, останавливаться. И так уже серия получилась на 1,5 часа. Я хотела покороче, но потом решила сделать подлиннее, чтобы вам побольше сюда вместить. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, то просто скачите мимо. В описании под видео будут ссылки на предыдущие серии, на всякие разные группы и аккаунты, в которых практически ничего нет. Продолжение следует.